пиздец, там кто-то сзади его ездит. Да, я хотел приехать сюда, в Санкт-Петербург, чтобы познакомиться с другой страной и с людьми, которые его снимают. Опустите немножко карту. Карту опустите. Бегут и штрафы, бегут и веранды штрафы. Да, да, смотри, пага. Карту опустите. Карту опустите нам, чтобы поснимать с этой стороны. Да, конечно, всякое бывало, и да, приходилось кое-что объезжать. Пусть еще раз покажет, как он проехал. Вообще. Это именно в России или... Ну, in Russland so, oder auch in den anderen Ländern. So, bitte zeigen Sie noch einmal mit dem Finger Ihre Minute. Hier sind wir, dann fahre ich hier zurück, da auf dem Campingplatz waren wir nur 4 Tage, so, und dann fahre ich hier runter, Господин переводчик, пожалуйста. Вот и до Польши здесь.
Можно в эту сторону? Хорошо. А вы не могли? А попросите точно так же, чтобы показали, пожалуйста. Здесь у меня в машине висит мой маршрут. Можно там посмотреть и сфотографировать. Андрей. Петербург съездите. Ну, я решил, хорошо, попробуем Санкт-Петербург. Обратился к своей дочери, которая у меня менеджер. И мой менеджер составил для меня прекрасный маршрут. Позвольте еще раз поприветствовать вас от имени Генерального консульства. Большое спасибо. Я хотел бы передать флаг нашего города. Георгий, сейчас надо подкартить. Mit den Sehenswürdigkeiten von St. Petersburg. Damit Sie sich ein bisschen anschauen können, was Sie hier alles erwartet. Ja, also, alles Gute. Я думаю, что это очень здорово, что ему удалось такое мероприятие. А как вы его встретили? Чаем напоили? Еще нет, еще будет. Но консульство его вели из страны в страну, правильно мы понимаем? Потому что в Калининграде же там консул помогал с запчастями. Там тоже у нас есть консульство, у него понадобились запчасти, мы коллегам помогли там. А вот как вы себя связывали? Мобильная связь плохая, роуминг? Нет, нет, все это возможно, да, конечно. Насколько я знаю, в Европе сейчас роуминг отменили, правильно? То есть он попал, успел воспользоваться? Это только в Евросоюзе, еще нет России. Скажите, а что он привез с собой в качестве подарка, в качестве, не знаю, какого-то вот приветствия российской стороне? Ну, этот флаг его города, он флаг принес. Что за город? Это маленький город в Саксонии, называется Лауенфёрде, это на реке Везер, значит, от реки Везера до Невы. Спасибо. Спасибо.